Андрей, твоя яхта потерпела крушение, ты на необитаемом острове, и с тобой нет твоей жены. Твои действия? Сошел с ума. С чего ты начнешь? Будешь строить укрытие или плот для бегства? Плот для бегства. А как ты собрался строить его? Ты хотя бы гвоздь можешь забить? Конечно. Но на острове нет ни гвоздей, ни тем более магазинов, где их можно купить. Какие три вещи ты бы взял с собой на остров? Гвоздь, молоток и канаты. А зубная щетка тебе не понадобится? Не, буду пальмой чистить зубы. На острове ты обнаружил старый кассетник. Какие три альбома ты хотел бы послушать? Тупик. Тупак? Не, я бы хотел Баста, Высоцкий и Битлз. Какие три книги ты хотел бы иметь с собой на острове? Любые, без разницы. Просто буду перечитывать их, мне без разницы. А если азбука? Ну, буду учить заново русский язык. Мы разрешаем тебе пригласить на остров три любых персонажа. Это может быть люди из разных эпох, но только не родственники. Марадона, Пеле и Зидан. Ух ты. Зачем они тебе там? Без мяча, зачем они тебе там? Ну, кокосами будем играть. Последний вопрос. Кто виноват в крушении твоей яхты? Вы.